В Мелітопольському районі перевищено підпоріг захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомив головний епідеміолог району Андрій Мануйленко. От на сьогодні, на 40-й неділі, в порівнянні з аналогічним періодом, заболіваність виросла практично в 3 рази, більш точно 2,9 рази. Вот, значит, превысен порог на 58%. Если он, так сказать, предыдущие годы составлял, допустим, пороговый уровень 700 случаев на 100 тысяч, то у нас на сегодняшний день за последнюю неделю 1105 случаев ОРЗ. Вот поэтому как бы мы вошли в эпидпорог как бы с вытекающими всеми последствиями. Диагноза гриппа у нас пока не было. За минулий тиждень на лікарняні ліжка потрапили 11 мешканців сіл. Найбільше від недуги страждають юні мешканці району. Від загальної кількості хворих 73% – це діти віком до 17 років. Як повідомили у відділі освіти райдержадміністрації, на сьогодні на карантин закрито 2 класи у Костянтинівському ліцеї «Ерудит». Ймовірно, впродовж тижня на вимушені канікули закриються деякі школи і в інших населених пунктах. Андрій Мануйленко наголосив, що серед вірусів грипу, які цього року вражають Україну, є такі, що мають високий показник летальних випадків. Прогнозируется заболеваемость гриппом H3N2, это Гонконг так называемый. Вот уже в Киеве имеют место смертельные случаи, летальные. То есть он как бы достаточно летальный. Вот грипп H1N1, это в свое время, так сказать, вызвало эпидемию испанки в начале 20 века. И вирус гриппа Б. Ну, грипп Б несколько менее агрессивный, а эти два штамма вируса, они достаточно агрессивные. От є, так сказати, висока вероятність летальних ісходів. Зважаючи на це, спеціалісти рекомендують при перших ознаках захворювання одразу звертатись до лікарів. Андрій Мануйленко також нагадав, що профілактикою грипу та ГРВІ є здоровий спосіб життя та дотримання правил гігієни. Є такі препарати біологічного дії, як елеуторокок, женьшень. И так далее. Есть такие народные средства, как лук, чеснок, то есть фитонциды, которые с растительных берутся. Это как бы никто не отменял, и употребление их в такой период особенно актуально, значимо. Приобретает еще как бы больше бывает на свежем воздухе, прогулки, больше, так сказать, проветривать. То есть там, где идет скопление людей, обязательно проветривание. Если это школы, скажем, обязательно в момент перемены должны все выйти, классная комната должна быть проветрена. Вот. А в ситуации, когда там есть там двухсменные занятия, то есть обязательно влажная уборка, кроме того, влажная уборка на большой перемене обязательно проводится, кроме проветривания, влажная уборка классных комнат. Если, так сказать, двухсменные, то между сменами тоже обязательно влажная уборка. Аналогично как бы и для себя, то есть это как бы воздушно-капельный путь передачи, но он не исключает и контактный. То есть обязательно надо мыть руки после общественного транспорта, после общественных мест, пользования за ручки, туалеты и так дальше. То есть, с одной стороны, правильное питание, здоровый образ жизни. На жаль, цього року в районі катастрофічна ситуація із вакцинами від грипу. Наразі без щеплення залишились категорії громадян, які потребують його в першу чергу – діти в інтернатних закладах та медики. У нас хорошо діючі програми завжди були відлажені, тобто програми по фінансуванню як із районного бюджету, так і з обласного бюджету. Програми ці виконуються, що стосовно фінансування, то гроші заложені. Но, к сожалению, в стране вот как бы проблема с самой вакциной. То есть Запорожская область практически не смогла привезти достаточное количество вакцины для того, чтобы приобрести ее. Если до конца грудня вакцина появится в районе, то есть сенс прищепитися. Но это слід робити после пильного огляду лікаря. На сегодняшний день, я думаю, что те, которые учреждения у нас закрыты, у них там как бы свой, так сказать, микроклимат такой микробиологический. Я думаю, есть смысл, если до конца декабря будет вакцина, то все-таки привить детей. Потому что ну, они не так широко контактируют, не так они широко вовлекаются в эту эпидемию, поскольку они закрыты. То до конца декабря, я думаю, что в закрытых учреждениях есть смысл провести вакцинацию. А в открытом, тут тоже можно угадать, можно не угадать. То есть
Обязательно, если, так сказать, все-таки человек решится на вакцинацию, обязательно нужен более тщательный осмотр врача, чтобы не получилось, что он находится в инкубационном периоде, то есть вот он сегодня не привьется, завтра он заболеет. И если, так сказать, его внимательно доктор осмотрит, там может быть какие-то уже признаки начавшегося заболевания, вот именно тогда нельзя прививаться. Если человек в стадии инкубации, если вот он вот-вот заболеет, мы ему добавим, так сказать, вакцинацию, естественно, мы процесс только утяжелим. Если человек абсолютно здоров, его окружение абсолютно здорово, в семье никто не болеет, в коллективе все здоровы, то можно, так сказать, аккуратненько, я думаю, что и привиться будет. Епідеміологи наголошують, що пізніше грудня робити щеплення вже не слід. Тим паче, що у розпал розповсюдження грипу це може не тільки не принести користі, а ще й нашкодити здоров'ю.